Добрый вечер, здравствуйте. Вы смотрите программу «Афиша», программу для тех, кто любит проводить свободное время не только увлекательно, но и с пользой для души и разума. Продолжаем знакомить вас с творческими людьми нашего города. Сегодня у нас в гостях автор и исполнитель Налик Гильманов. Добрый вечер. Добрый, Дмитрий. И такой у меня вопрос. Вот существует определенное мнение, что авторская песня как таковая осталась где-то там в 60-х, 70-х годах. Вы, как приверженец этого жанра, считаете, жанр умирает или все еще актуален? Да нет, он не умирает. Почему? Пока люди пишут стихи, пока люди сочиняют музыку, авторская песня будет жить. А сочиняют стихи и песни, и музыку всегда, в любое время. Потому что музыка всегда в голове, и в душе, и стихи в душе. Поэтому пока это сочиняется, это будет и петься, и слушаться. Поэтому я считаю, что авторская песня, она еще жива и будет жива. Ну а будущее есть вообще у жанра? Конечно, там, конечно. Складывается такое впечатление, что вот популярная музыка, так называемая попса, ну она вытесняет все. Да нет, я с вами не согласен. Ну попсы просто больше, наверное, слушателей, потому что это легкая музыка. А авторская музыка, авторская песня, она более, наверное, как Евгений Владимирович сказал, она... О человеке. То есть тут она философская. Авторская песня, она философская. Поэтому не каждый же хочет философствовать. Кто-то просто хочет легко там слушать легкую музыку. Но философские песни тоже очень нужны людям. Это помогает им жить, понять жизнь. Хорошо. А что вдохновляет на философствование? Лично вас вообще, что вдохновляет для того, чтобы творить? Я просто хочу, чтобы жизнь была хороша вообще, в принципе, вот для людей. И поэтому для того, чтобы понять, как хорошо жить, философия нужна. Нужна философия, и без философии никуда. Благодаря этой философии, наверное, люди и в трудной ситуации выживают, и в любой ситуации философия нужна. А в музыке, в песне, в авторской песне философия присутствует. И когда человек слушает, он надеется на что-то лучшее, это вот... Я думаю, что поэтому сочиняют, поэтому пишут, что помогает жить. Угу. И тем не менее, вас, лично вас, что вдохновляет? Что может стать источником вдохновения? Что может стать отправной точкой для написания песни? Например, общение с вами, общение с любым человеком, то есть любая жизненная ситуация, природа, красота природы, то есть взаимоотношения людей, красота природы, то есть все, что вокруг происходит, это и вдохновляет. Хочется же высказаться, хочется свое мнение сказать, не просто же сидеть молча, да, и поэтому в песне и в музыке я себя нахожу вот свое, так сказать, вот эту вот реализацию. И как часто удается высказываться на публике? Ну, в последнее время приглашают, вот скажу вам, то есть благодаря клубу моему «Территория души», благодаря всем ребятам, с которыми я в клубе, который возглавляет Елена Михайловна Тишкова, которые в городе уже, так скажем, на слуху, которые знают «Территорию души» очень. Там прекрасные ребята, и благодаря им, благодаря этим ребятам, Евгению Владимировичу, благодаря Мише Лапшанову, благодаря, то есть, ну, много кто там, Александр Анатольевич, Юра Пахмутов, Юрий Николаевич, у нас художник есть, значит, Лапаев, Таня, у нас Филатова, потом там, ну, в общем, Сергей, нас много. Вас много? Да, нас много, поэтому благодаря им я, ну, так скажем, приподнялся. То есть это заслуга не моя личная. Они мне подсказывали, как делать, а я как слушал и делал. Поэтому вот сейчас приглашают, сейчас я хожу где-то на концерты выступаю. Я свой концерт недавно сделал, 91 человек ко мне пришел на день рождения. 55 лет я сделал концерт, и 91 человек, ну, еще желающие были, но не вместились, к сожалению. 91 человек для концерта авторской песни – это серьезно. То есть, ну, наверное, больше пришли просто пообщаться. Ну, и, естественно, попеть вместе, послушать, те, кто меня уже слышал. Поэтому, да, сейчас меня приглашают, и я очень рад. И спасибо огромное. То есть зритель – это… Благодарность зрителя – это очень важно. И последний вопрос. Выступать на публику нравится? Что испытываете вообще, когда находитесь на сцене? Ну да, выступать на публике, я думаю, любой автор-исполнитель должен выступать на публике. Это он видит результат своей работы.
То есть публика – это его рефери, судья. Если то, что ты сделал, отвергается, значит, ты сделал что-то неправильно. Если воспринимается, значит, правильно. То есть твой результат виден только в глазах зрителя, в его аплодисментах, в его вот, отношении к тебе. Поэтому это результат работы, так же, как любой работы. То есть не работа ради работы, а работа ради результата. Поэтому результат очень важен. Ну, давайте не будем тянуть время и прямо сейчас предоставляем студию в ваше распоряжение. Позволим зрителям познакомиться с вашим творчеством. Спасибо. Ну а вам, уважаемые зрители, я рекомендую не переключаться. Оставайтесь с нами, слушаем, подпеваем, наслаждаемся. Пока дорога пред тобой, иди, считая жизнь людьми и городами. Ведь то, что остается позади, не измеряется одними лишь годами. Не говори, что ты устал в пути, не нужен никому твой нервный плач. Твое отчаяние и жалкое прости, и груз больших и малых неудач. Иди, коль светил горизонт, иди, пока ты не один, пока ты не отстал, пока над головой и солнце, и дожди, и ветер по пути, ведь ты о нем мечтал. Нет, не тебе решать, где подвести черту. Грехам и счастью, Господи, прости. Глаза поднять сначала ко Христу, а после к небу, к новому пути. Пока дорога пред тобой, иди, считая жизнь людьми и городами. Ведь то, что остается позади, не измеряется одними лишь годами. Стопад кружит над головой. Я, как всегда, один иду по улице. Беспечный, хмельной, не тороплюсь домой, а небо все никак не разохмурится. У меня есть только 100 рублей, и этого мне хватит на такси. И я, махнув рукой, кричу ему: постой, спасибо, друг, вези меня, вези. А дома вот дела, холодная постель, и ужин на столе не остывает. И вечерами я не жду к себе гостей. Ну что ж, видать, судьба моя такая. Осенний листопад мне песенку споет, и солнце выползает из-за тучек.
сегодня, боже мой, вдруг встретил я ее. Мне бабье лето подарило, к счастью, ключи. Я был еще мал, когда вдруг услышал их песни. О чем они пели, не знал, но их голосов нет чудесней. Теперь уже возраст мне за, но слушаю я с упоением волшебные их голоса, как в детстве с большим наслаждением. Я улетаю куда-то высоко, и поднимается душа незримо, когда я слышу, как поют неповторимо. Открою вам душу свою сегодня с гитарой на сцене. Ведь песни, что вам я пою, мне Queen подарил вдохновение. Я улетаю куда-то высоко, и поднимается душа незримо, когда я слышу, как поют неповторимо. Kill the man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama. Напоминаю, что сегодня для вас в нашей студии пел первоуральский автор и исполнитель Налик Гельманов. Ну, оставайтесь с нами, далее я расскажу о культурном событии, пропустить которое не имеет права ни один ценитель прекрасного. Уже завтра Первоуральск присоединится к всероссийской акции «Библия. Ночь». По традиции она пройдет сразу на нескольких площадках. Главное – разместиться в историческом центре Первоуральска. Для вас подготовили множество интересных мероприятий. В Центральной библиотеке проведут «Уральскую вечерку», театрализованное представление с песнями, танцами, играми. Также вы сможете научиться плести лапти и познакомитесь с редкими изданиями книг известных уральских писателей. В инновационном культурном центре у вас есть возможность встретиться с современной детской писательницей Екатериной Тимошпольской, автором серии книг о приключениях
приключениях школьника Мити Тимкина. Кроме того, вы узнаете много нового и интересного о творчестве писателя «Мамина сибиряка». Послушаете лекцию первоуральского психолога Марины Быковой. Также вас ожидают викторины, конкурсы, выставки, мастер-классы и, разумеется, большая ярмарка книг. А завершится «Библионочь» грандиозным концертом. Вот, собственно говоря, на сегодня и все. Проводите время увлекательное, ходите на выставки в театры и в кино. Помните, в окружающем нас мире всегда происходит что-то интересное. Пока!